пошли, засиделись. Пойдем. У нас ночью было сегодня минус 17. А сейчас минус 8. Ну, может, минус 5. Слышите? Снег хрустит. Куда я иду? Лед прорезать. Вот. Надеюсь, он встал. Толстым, а то как Жориком тогда побежали, и он за мной. Потрескивает. Как-то. Ой. Боюсь. Нет, толстенький. Трещит просто. Честно говоря, мандражно. Ну, вот такой вид. Аккумулятор наточил. Вот, сантиметров 5 лед. Я боялся.
Ну вот, рыбам теперь есть чем дышать. О, там воздух идет еще к ним. Вот там в Бабы-Яги есть компрессор. И он подает воздух. Он тоже работает. Пойду проверю его исправность. Вот он работает. Все, слышали, гудит? Так. Вот я и выполнил первое мероприятие с помощью Бабы-Яги и вот этой пилы.